Вот что написано в описании. Классический конструктор «Сделай сам». Сборные мини-кирпичи. Материал экологически чистый. Пластик АБС. Что это означает, я не знаю. Написано, что не токсичный. Цвет смешанный, без запаха. Возраст более 4 лет. Наборы игрушечных строительных блоков. По 250, 500, 750, 1000, 1500 штук. На самом деле написано так, и так оно и есть. Такая игра развивает мелкую моторику рук, развивает умственные способности, мышление ребенка, вариативность мышления. Как я поняла, подложку надо заказывать отдельно, но она недорогая, и доставка тоже бесплатная. Цена на сайте может быть указана в рублях, но пусть это вас не сбивает. В Гугле набираете сумму в рублях и переводите ее в сумму в гривнах. Цена в гривнах на самом деле очень доступная. Я нашла за 217, 255, и цена за подложку отдельно тоже очень недорогая. Причем доставка бесплатная. Ссылки на эти объявления, с которых можно заказать эти наборы, я оставлю в описании. Игра действительно очень увлекательная. Я и сама с удовольствием буду играть со своей внучкой и строить игрушки, домики и все, что получится. До Нового года можно еще успеть заказать, получить и с удовольствием подарить своему малышу такую увлекательную, развивающую игру. Хороших вам покупок! До связи! Чтобы не тратить время на поиски нужных объявлений, загляните в описание и заходите по моим ссылочкам.